Всем привет, с вами Игорь на канале Homemade. И сегодня мы будем делать простую электронику для инкубатора с возможностью регулировки температуры и влажности. Поехали! А спонсором сегодняшнего видео будет компания GLC PCB. Именно с их помощью я смог изготовить печатные платы. Эта компания имеет многолетний стаж и делает действительно классные платы. Итак, ко мне пришла посылка с печатными платами, и можно теперь собирать инкубатор. Сама электроника довольно простая, и здесь чего-то очень сложного нет. Стоит один микроконтроллер, который всем управляет. Здесь так называемая горячая часть. Сюда приходит 220, на блок питания идет, и также на управление нагревом. Дальше подключен моторчик, это небольшая серво, которая соединена с помпой от принтера. И эта помпа будет качать воду для того, чтобы подавать ее в инкубатор для поддержания влажности. Два переменных резистора, которые выступают в роли настроечных, с помощью которых можно выставить температуру и влажность. Датчик температуры и влажности. Ну и в принципе все. Настройка контрастности дисплея. Ну и сам дисплей, на котором отображается вся необходимая информация. То есть в принципе здесь чего-то сложного нет, поэтому можно легко все сделать и собрать. Печатные платы класс, просто супер, они мне очень понравились. Итак, сейчас мы переходим к самому инкубатору, и эту электронику мы туда разместим. Итак, здесь все лишнее убрано и сделана некоторая модификация. Здесь установлен вентилятор, который будет перемешивать воздух внутри инкубатора. Это необходимо сделать, так как лампы, то есть нагреватели, находятся в верхней части инкубатора. Яйца же находятся в нижней части. Соответственно, внизу воздух более холодный, вверху более горячий. И для того, чтобы воздух перемешивался и был равномерный и вверху, и внизу, нужно поставить вентилятор. Этот вентилятор выполняет сразу же несколько функций. Во-первых, он перемешивает воздух внутри самого инкубатора. Во-вторых, с обратной стороны установлен выход трубки подачи воды. То есть вода, которая подается в инкубатор, она будет течь из этого выхода, из этой трубки, и будет течь по сетке, и будет практически мгновенно испаряться при помощи вентилятора и попадать в воздух. То есть вода будет практически моментально насыщать воздух влагой и не будет скапливаться на дне. Это намного улучшит и ускорит работу инкубатора. Также здесь под сеткой спрятан датчик температуры и влажности HDC1080. Вся остальная электроника у нас убрана, и стоят только лампы-нагреватели. Это, кстати, для новых модификаций. Об этом смотрите в другом видео. Немножко по электронике. Вот наша электроника, которую мы уже успели собрать. Кстати, этот датчик, который я цеплял для теста, он здесь уже не нужен. Мы его убираем, потому что здесь на вентиляторе уже установлен датчик. И насос, который собран из модифицированной сервы. Ссылка на нее также будет в описании под видео. И помпа от принтера. Итак, мы все здесь соединяем. Здесь, в принципе, осталось подключить только несколько проводов. Это провод питания, то есть 220 на лампы нагрев, и питание вентилятора,
и датчик температуры и влажности. Также нам понадобится небольшая емкость с трубкой, где будет находиться вода, которая будет подаваться в инкубатор. Итак, вся электроника у нас собрана, все работает. Здесь показывается текущая влажность и температура. Давайте попробуем какую-нибудь настройку порегулировать. То есть берем обычный этот переменный резистор, его вращаем и вращением просто устанавливаем необходимую нам в данном случае температуру. Допустим, выставим температуру в 24 градуса. Тут можно десятые градуса выставлять, если очень аккуратно крутить. 24,6. И точно так же возьмем другой регулятор. Начнем его вращать и можно выставить влажность. В данном случае от 30 до 80%. То есть необходимый уровень влажности. Допустим, пускай будет 54%, 54,2%. Двумя регуляторами выставляем температуру и влажность. Отлично. Температура удерживается очень точно. Если вы подумаете в первую очередь о ПИД-регуляторе, то здесь его смысла нет использовать, потому что его функцию выполняет микроконтроллер, встроенный в этой электронике. И он очень точно удерживает температуру в нашем инкубаторе. Если влажность ниже установленной, то время от времени будет включаться моторчик и будет подавать воду в инкубатор, тем самым повышая влажность в инкубаторе. В общем, электроника очень простая, элементарная и настроек каких-то особых нету. Включили, покрутили регуляторы, установили необходимые значения, и после этого все стартует и автоматически работает. Отлично, то есть простая электроника. Если вас интересует более крутая версия инкубатора с возможностью переворота, проветривания и куча других настроек, то смотрите другое видео, ссылка на него будет вот здесь вот в подсказках, а также в описании. Ну вот такой простой проект получился. То есть простого инкубатора с возможностью регулировки температуры и влажности. Осталось только все это засунуть в корпус и можно будет выращивать цыплят. Но я вам желаю успехов, пусть ваши проекты будут классные и интересные. Всем пока!